Живу я в замечательном городе Санкт-Петербурге с самого рождения. Поистине красивый город, но это не так важно. Как говорят, мой дом – моя крепость. Так и было. Я действительно гордилась своей трешкой. Все, что мне нужно, делай, что хочешь. Даже места достаточно. Со мной жили два кота, которых мне подарили на новоселье. Это два милых комка шерсти, которые даже царапаться не умели. Дают брать себя на руки, да и вообще делать с собой что угодно. Притом оба моих кота – породы мейн-кун. Это огромные коты с кисточками на ушах. Описывать котов не буду, но они действительно очень красивые. Необычные полосатые барсики. Это была просто сказка для меня. Думаю, мою радость поймут те, кто только что съехал от родителей. Все началось 3 месяца назад. Спонтанное чувство тревоги, совершенно беспричинное. Пьешь свой зеленый чай с ромашкой, смотришь новости. Опять теракт, а цветы из Голландии запретили. И чувствуешь, будто на тебя смотрят. Пристальным взглядом, будто даже не на тебя, а как будто внутрь тебя. А ты сидишь и не можешь пошевелиться. Смотришь телевизор, обливаясь холодным потом и тяжело дыша. Панические атаки? Может быть. Раньше я, как и многие любители сайтов со страшилками, любила пощекотать нервы и прочее. Но вообще сказать, что я чего-то действительно боюсь, я не могу. Фильмы ужасов и прочую хрень смотрела как мультики. А тут просто сидишь, а страх охватывает тебя ледяными пальцами. Представляю, как это глупо со стороны выглядело. И притом длилось это относительно недолго, от 5 до 20 минут. И происходило это, кстати, везде. На улице, в общественном транспорте, на работе, везде. В итоге я тряслась от каждого шороха. Я не знаю почему, но хуже стало потом. Звонки на телефон, молчание в трубку, выпадающая с полок посуда. К этому добавилась моя бессонница. Вернее, нет, какая это бессонница? Я жутко боялась спать. Литрами пила кофе. Потому что, когда я закрывала глаза, слышались еще и приглушенные шаги. Совсем рядом. И ощущение, будто кто-то прямо в спину тебе дышит. Хотя в последнее время я старалась дома чаще находиться спиной к стене, чтобы быть уверенной, что за спиной никого нет. Но, увы, чувство того, что на тебя пожирают взглядом, стало постоянным. Я медленно сходила с ума. Коты орали по ночам, соседи разъехались, представляете, все, буквально все, кто был на моем втором этаже. Кто куда, кто-то на даче, кто-то вообще съехал. На дачу зимой достаточно странно. В итоге я осталась одна на своем этаже, а посуда все сыпалась, вода из крана лилась сама. Притом полки, на которых стояла посуда, были закрыты, а краны закручены. Спать я перестала вовсе. Коты глухо рычали, смотрели в пустоту и прыгали на стены, рвали обои. Я панически боялась находиться одна, поэтому большую часть времени проводила с друзьями. В клубах, в гостях, да где угодно, главное, чтобы рядом всегда были люди. Те, кому рассказывала, не верили, думали, что я пытаюсь их разыгрывать. Кто-то в шутку предложил вызвать как-нибудь гадалку, что мне показалось на тот момент идеальной идеей. Та походила по дому, помахала какой-то палкой, смоченной святой водой из родника на Урале, если верить ее словам. Палкой она ударила моего кота, сказав, что в него вселился злой дух, и от него все беды, и что-то вроде того. После чего я остановила и быстро выпроводила, так и не дав денег. Огромные синяки под глазами, свисающие одежды, ибо я начала быстро худеть. О чем раньше только мечтала, но теперь уже была этому не рада. Звонки, кстати, продолжались, телефон буквально разрывался. А сколько номеров я сменила, выкинула телефон, ибо даже тогда, когда он был выключен, звонки все равно продолжались. Притом ощущение было, что звук идет даже и не из телефона. Но стало только хуже, ибо звонить начали и в домофон. Только теперь была не тишина, а монотонный бубнёж.
Не знаю, как это точно назвать. Совершенно непонятные звуки, но все же речь. На непонятном мне языке, которого, как я думаю, вообще не существовало. И полное отсутствие интонации. Притом моментально менялся тембр, создавая ощущение того, что там сразу несколько людей. Нет, существ. Я бы точнее сказала, ибо человек так говорит просто не способен. Притом на улице никого не было. Особенность нашего входа в подъезд в том, что над дверью нет козырька, а только вкручена небольшая выступающая лампочка в стену дома, которая отлично освещает подъездную площадку. И было очевидно понятно, что перед дверью никого нет. Во всяком случае, в физической видимой форме. Это было ужасно. Вскоре по ночам начал доноситься стук уже во входную дверь моей квартиры. Каждый раз в разное время 4 громких стука. Эхом разливались по квартире, а потом снова тишина. К глазку подходить было чертовски страшно, чего я, соответственно, не делала. Я не знаю, сколько я уже не спала на тот момент, но вид у меня был просто ужасным. Съехала к родителям, что было последним вариантом. Некоторое время, чуть больше недели, все было вроде бы нормально. А потом все снова началось. Родители были в ужасе. Все поливали святой водой. Не сработало. Тогда меня выгнали из квартиры с криками «Убирайся!». Дело в том, что они мне не родные родители, а дальние родственники. Когда умерли мои настоящие родители в автокатастрофе, то двоюродная сестра моей мамы взяла опекунство надо мной. Я всегда думала, что она это сделала лишь из-за пособия, которое получала за меня, поскольку я всегда чувствовала прохладное отношение со стороны моей двоюродной тетки. Так что теперь я оказалась с чемоданами за дверью. Заливаясь слезами, я уехала на дачу. Холод и темнота, а сам дом находился прямо у черты леса. То есть лес начинается буквально за ним. Котов, кстати, я брала с собой, ибо это была моя единственная компания на тот момент. Те стали не менее странными, чем я. Вечно шипели, куда-то смотрели часами, бросались на все в подряд. Стали настолько пугливыми, что буквально прыгали на меня, как на дерево, светя огромными перепуганными глазами и прижимая уши. На даче домофонов, конечно, нет, поэтому стучать стали в окно. И знаете, звук такой, когда мел по доске так резко проведут. Вот такой же отвратительный звук добавился, но не то чтобы оглушающий, а приглушенный. Один раз я рискнула и вышла на улицу. Туда, кстати, вечно рвались мои коты. Раздирали когтями деревянную дверь в надежде сбежать. Тогда, когда я вышла в ту ночь, мне показалось, что я увидела силуэт, темный, сгорбившийся. Долго я не вглядывалась, а сразу со скоростью ветра вбежала в дом обратно, схватив своих котов. Думаю, зря тогда я вышла, ибо стало еще хуже. Этот силуэт стал мерещиться мне везде, буквально везде. А ночью мне казалось, что по потолку бегают тени, которых быть не могло там. О падающих вещах, шагах, ощущение, что на тебя смотрят, не отрывая взгляда. Поведение котов и стуки, который, кстати, стал непрерывом, я уже не говорю. Отчаявшись, я пыталась сменить дом. То у знакомых, то квартиру заново снимала и сразу съезжала. Отели, гостиницы, электрички, даже на улице дни проводила. Это ужасно. Я бы лучше умерла. Все повторялось, а стук становился настойчивей. Сейчас я пишу это трясущимися пальцами из гостиницы в совершенно незнакомом городе, что находится в Белоруссии. Мне страшно, мне жутко страшно. Каждый шаг дается мне с трудом. Я не знаю, сколько времени я не ем. Сколько я не сплю, тоже не знаю. На моем будильнике на прикроватной тумбочке красно мигает 1:20 ночи. И я не знаю, что делать, мне страшно. Это, наверное, называют животным страхом.
Я искренне надеюсь, что это все же закончится. Жутко страшно. Но сейчас я снова слышу стук в дверь. И это не персонал. Я это знаю. Я в этом уверена. Я везде выключаю свет, пытаясь спрятаться в этой темноте. Мне жутко страшно. Я хочу надеяться, что это чья-то глупая шутка, но веры больше нет. Я не хочу больше бежать. Я уже понимаю, что это напрасная трата времени. И я снова слышу этот стук. Тук-тук. Тук-тук. Этот проклятый стук. Это пора остановить. Хватит. И да, я, пожалуй, открою.